И в основе всего, что лежит в нашей культуре, по сути дела, эти три стыдные вещи. Борьба за собственную шкуру, желание власти и желание восхищения, чтобы восхищать и, так сказать, быть сексуально привлекательным. Как сказал бы Лакан, желать желания другого. Вот. Да, и это базовые вещи, на которых все последующее здание конструируется. Вот. Мы можем иметь какие угодно ценности, установки и прочие вещи, но в основе своей мы все равно будем движимы именно этими базовыми потребностями.